Сейчас, одну секунду, стоп, подожди. Все, вы готовы? Да. Можно. Вам требуется свободно было не подвижу животов. И как Павел Резин, Павел, пожалуйста, ваш карту комментарий. Очень печальное поражение для нас. Но тут, я думаю, можно сказать две вещи. Одно, то, что Черкас вот хватило какой-то удачи на несколько бросков, а нам и не хватило каких-то, может быть, легких бросков. Легких попаданий и легких очков. Вот эти вот 4-5 очка, они, не знаю, может быть, это действительно баскетбольная удача, может нет. Но команда боролась, я думаю, команда будет продолжать бороться, пока у нас останется даже последние 5-7 секунд последней игры, пусть Черкас не думает, что это легко все. Мы все еще впереди, мы до него. Спасибо. То, что Паша правильно сказал, не хватило на легких очков, а свои легкие очки мы все разбазарили в потере, и Черкасы этим воспользовались. 24 очка с наших потерь, это очень много, и практически каждая наша потеря стоила нам очков. То есть мы делаем потери, которые мы уже не можем защитить, нам забивают голы, которые мы не можем защищать. То, что касается позиционного нападения, да, мы знаем, что мощные игроки идут на кольцо. К сожалению, мы сегодня не смогли остановить подборы на нашем щите. Трехсекундную зону отдали именно во втором шансе. Да, старались остановить и Кольченко, но в какие-то моменты это все превращалось в фолы. 15 штрафных он пробил. В принципе, с позиционного нападения Черкаса мы более-менее остановили и справились именно с быстрым прорывом, который сами же мы создали своими людьми. Спасибо.